Сегодня нам предстоит взрослеть каждый раз, как будет заполняться шкала урона. И чем старше мы будем становиться, тем более крутые предметы со способностями мы будем получать. Но что произойдет, если мы станем слишком старыми? Досматривайте это видео до конца, чтобы узнать, но мы начинаем. Ну что ж, ребят, прямо сейчас мы с Фласочкой находимся в подгузниках с сосками во рту. Давно я не испытывала этого наслаждения, ёшкин ты кот. Можно прям под себя ходить. Фласка, ты издеваешься, что ли? Короче, ребят, кто еще не понял, сегодня мы будем взрослеть с каждым уроном. Если кто-то из нас получает урон, то сверху постепенно заполняется шкала взросления. Так, я продемонстрирую это прямо сейчас на кактусе. И каждый новый, так сказать, возраст будет давать нам различные приколюшные предметы с суперспособностями. Фласочка, я тебя потерял. Я тоже хочу попы об кактус. Паркуюсь. Давай. Тефтеме. Так, и кстати, нам на первом уровне дали какие-то погремушки. И я хочу их протестировать. Кролик при... Мне палки дали, прикинь, с кролика. С какого кролика это ты с вот этого повыбивала? Что ты такой умный? Подожди, кстати, я там еще вижу заброшенную шахту. Нам по-любому с тобой нужно дерево, а вот палок я бы дособирал, чтобы дерево на палки потом не тратить. Погоди, а мой тип с тобой сильный с этими погремушками или что они делают? Я не знаю, но, по крайней мере, кролика я с одного удара, это, того. О, я хочу найти где-нибудь зомби. Зомби я бы тоже хотел найти, так, не понял, ты... Ты как за меня оказалось? Ладно, неважно. Кстати, а вы в курсе, что у меня открылся свой магазин игр? Так вот, сейчас, когда игры почти невозможно купить, это может стать вашим спасением. Вы можете как попытать удачу и попробовать выбить игру, так и купить ее со 100% шансом. Тут еще и Майнкрафт есть. Также тебя ждут подарки за каждую покупку и промокод на скидку в 35%. Ссылочка в описании. Где-то тут кого-то я видела. О, я слышу паучков. И ща поймем, в чем суть погремушки. Вот знаешь что, когда-то давным-давно мы с тобой уже взрослели, но в этот раз все немножечко по-другому. А вот больно тебе, кстати? Не особо. Это кролик просто такой картонный попался, с одной тычки развалился. Не, вообще, по идее, он с одной не должен разваливаться. А вот он взял и развалился. Так, ладно, никого я здесь не вижу, но я вижу пустынную пирамиду. А там что у нас, Ласочка, есть? Ща посмотрим, как быстро, во-первых, они нашу шкалу заполняют, а во-вторых, да, вот я его слышу, а где он, не вижу. Походу, где-то заныкал, зачертила, понял, что не вывезет этот бой. О, ползет, вот прям тут, прям попой чую. Где? А что не спавнится-то? Вот они, получай, мою, господи, завалило меня песком. Ты что сделал? На, поднимайся. Ну и кому я это кину? Это твоя погремушка, моя отключает их разум, а твоя вот это делает. Ага, то есть где-то в глубине души. Что ты этот колдун, да, гипнотизер, понятно. Да, ты, господи, это если ты кого-то бьешь, происходит? Ну-ка, давай попробуем. Ай! Нет. О, слава богу, я уж думал, сейчас бубухну весь. Слышь, тут это, нычка, ну-ка иди сюда, тут стопудняк есть сундуки, хочу уже жрать. А я хочу получить урон, и я, пожалуй, в песке закопаюсь, главное не помереть. Вот слушай, если мы помрем, то придется челлендж начинать сначала, а я этого не хочу. И все, пошли вообще в пустынную пирамиду с тобой. Пойдем, я сейчас приду, сейчас я быстренько найду сундук, я хочу пожрать. Фласка, где ты есть? Что ты так долго? Я хлеб нашла. Дай. Спасибо, да, много не дам, ибо там было мало. Понял, принял, обработал, все, кушаем. Так, теперь нужно... Фига себе, ты быстро. Тут мы можем с тобой упасть и получить урон. Главное, не наступить на ТНТ, иначе все, каюк. Я не обещаю. Осторожно. О, так, тихо, не. Успеешь, тебе повезло. Так, я нашел уже 4 железка. Я нашел еще 2 железка. Куча песка, пороха. Это все забирай. Все нам пригодится. И нам нужно сейчас будет, наверное, попы об кактусы потереться, потому что они меньше всего урон наносят. И мы выживем 100%. Ты что делаешь? Найди меня. Ты издеваешься? Найди меня. Ласка, нашел. Найди меня. Все, я пошел. Ладно, ну, ладно. Ты этим закрыл. Все, выходи, все, пошли отсюда. Нужно срочно взрослеть, потому что вот в теле ребенка быть очень неудобно. Я сейчас тут мини-паркур сделаю и выберемся. Так, я вижу кучу криперов, и я вижу паучков, но, блин. О, у меня же есть погремушка, которая разум крипера может отключить. Бам! Стой! Бам, ты осторожней будь, ёшкин-матрёшкин. Нам нужно... Бам, вот, сзади! Бам! Взрывать! Ты смотри, не помри, а то это будет очень плохо. Бам! На кого ты решил лезть на меня? Сейчас покажу Кузькину матрёху. И
Я понял. О, фласки все, дали ей погремушку. Бам-бам-бам-бам-бам. Ты как вообще выживаешь после всего этого? Так как я девочка Тинти, у меня врожденное сопротивление к взрывам. Рыба. Понял. Так, ну что, я постою, тогда позадыхаюсь. Все-таки шкала взросления уже больше, чем наполовину заполнилась, а это очень-очень круто. Фласка у меня почти шкала. Выпал. Нифига себе. Мальчик постарше. Привет, я Фласка, давай дружить. Ты видела, что было на весь экран? Вы повзрослели. А, у меня ничего не было. Потому что ты не повзрослела. А тебе много там это заполнять еще? Да не, чуть-чуть. Я хочу похвастаться. Погоди, погоди, погоди. Братик, сэмпай, смотри, сколько я рыбы наловила. Нифига себе. Похвали. Ты ж своей погремушкой. Молодец, молодец. Знаешь, что я за это дам тебе? Мне тут дали кое-что вот, ребята. Подзатыльника, да? Да, подзатыльника. Сейчас, знаешь, что я тебе дам? Я понял, что тебе дам. Я тебе дам вот так и вот так. Готово. Опа, держи, Фласка, это тебе. Большая куколка. Она взрывается? Не знаю, но бьется больно. Не, фигня, погремушка круче. Она хотя бы взрывает. Дай мне лучше торт хочу. Хочу торт, 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 торт. Без проблем, без проблем. Моя книга желаний исполнит любые желания, да. О, так подожди, это нам не... Ты все съела, я понял. Да, я хотел кушать. Да, и нам за еду вообще не нужно париться. Давай я тебя побью, чтоб ты быстрее повзрослела. Я маме пожалуюсь, еще ударю, я маме расскажу, что ты меня бьешь. Да, нужно повзрослеть. Сколько тебе там осталось? Не бей, не бей, пожалуйста, я все маме расскажу. Я это... Нифига себе, ты рассыпалась. Сэмпай, здравствуйте. У тебя есть девушка, сэмпай? А вот вам все скажи. Секретная информация. У меня написана тетрадь смерти. Походу, кто-то пересмотрел аниме. А как это работает? Так, пишу тут скретч. Не пиши меня, не пиши. Вот напиши спрут, спрут напиши. Спрут. Да, пиши спрут. О, он помер, помер, видела? В смысле, а что, помирает самый ближайший, а что те живы? Ну, потому что, да, наверное, самый ближайший помирает. Не помрут же все спруты в мире сразу. Так я думала, все в мире сразу. Погоди, спрут. Давай, и кто-то из них помер. Вот он, помер прямо на глазах. Ты что делаешь? Всех спрутов уничтожаешь, Фласка? Я понял. Так, подожди, я хочу что-нибудь перекусить. Вот торт мне, кстати, нравится. Мы можем попросить торт. А, я понял, как ты делала. Ты Ctrl-C, Ctrl-V. Да. Ну что ты все палишь? А вот все, все, покушай. Да. Сколько в тебя влезает, ты, ёшкин-матрёшкин? О, кстати, я заметил, что у нас больше одной строчки хп, и я хочу постоять получать урон. Не-не-не, сейчас помру. Ты, главное, не помри. Да, кэфтэмэ. Кэфтэмэ, кэфтэмэ. Все, хватит, вижу уже, что сейчас помрешь. Нормально, еще есть, опа, еще, оп. Сколько еще, у тебя сердечек? Оп, половина. Я понял. Так, все, нам нужно отсюда сваливать. Знаешь что? Че? Торт хочу жрать. Да. Жрать хочу. Пошли. Да куда ты опять весь торт съедаешь? Ой, господи, я понял, все. Это безнадежно. Так, раз мы сейчас стали с тобой школьниками, нам дали тетрадки. Правда, немножко необычные тетрадки, как-то такое себе. В смысле, офигенная тетрадь? Смотри, сейчас пишу скрытый. Не пиши. Так я имел в виду не тетрадь по математике, там не по-русскому, а книг желаний, тетрадь смерти. Ты что сделала? Прописываю скелеты. А если я пропишу? Эндер дракон. Так тут нету эндер-дракона ж. Так по идее, когда мы теперь с тобой пойдем к эндер-дракону, он будет уже мертв, нет? Не знаю, но это надо будет проверить. Так, все, давай, я хочу найти какую-нибудь деревушку или что-то по типу этого. Можно урон от голема пополучать, еще от кого-нибудь. Опа, так, торт. Я понял, все, идем искать деревню. Деревня, то, что нам нужно. Кстати, я 100 лет уже не видел пустынных деревень. Ты что делаешь-то? Я тебе сейчас скажу, Кузькину. Жрать мне надо. Я голодная. На торт. О, подожди. Золотая морковка. Да, я так и знала. Я просто Ванга. Надо писать золотая морковь. Надо написать. О! Скрреточ. Нет, не пиши в тетрадь смерти. На, золотую морковку пожуй. Она восстанавливает как стейк. Спасибо. Пожалуйста, все, идем в деревню. Там мы и получим основную долю урона. У меня, кстати, половина. Наполовину уже шкала взросления заполнена. Фласка! Че? Я хотел тебе сделать подарок. Написал вот так вот, а оно вот так вот. Нет, не помри только. Я жив. Это хорошо. О, корова. Да корова-то за что? Так, ладно, позаполняем еще немножечко шкалу взросления. Надо, пора уже повзрослеть. Не время быть вот этим вот школьником в штанах. Что ты делаешь там? Пишу, корова. Зачем? Только не пиши кри... Я понял, все, в этой деревне не осталось жителей. Все, Фласка, я доживаю свои деньки в этой, в кактусе. В этой, в кактусе? Да. Ой, полтора сердечка. О, опасно. Золотое яблоко. О,
можно же запросить золотых яблок. Кстати, по факту. И попой тереться. Ласка, меня хватило только на 18 золотых яблок. На 9 тебе. А ты жесткий. Да ну, а ты что думала? Поглощение урона. О, работает, работает. Сейчас, сейчас должен повзрослеть. И вы повзрослели. Да. Что-то ты не очень выглядишь, ты такой старый, у тебя даже бородка появилась. И мне это тут сковородку дали. О, извините, месье, я итальянский повар, готовлю только в очках и с бородой. Скретчи, а у тебя это... Ты о! Ну что ты творишь? Ой, я повар. Подожди. Мне дали хакерский телефон, взломает Майнкрафт по нажатию кнопки. Мне кажется, Майнкрафт что-то перепутал и выдал мне сковородку. Тебе выдают рандомные предметы над головой над твоей появляются. А, так вот что он делает. А ну, подожди. Мне кажется, что-то пошло не так. Почему? О, крысы. А ну, получай, крыса. О, я бью и... Мне еду, что ли, дают? О, КФТБ, давай махнемся. Так, хакерский телефон. О, какие-то иероглифы пошли, понял. Так, это все мы убираем. Только не бей меня, пожалуйста. Ладно, разок можешь. О, нифига себе отлетаешь. Смотри, Фласка, это все тебе. Забирай. Ничего себе. Опачки, скретчи, 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 скретчи. Че? Подозрительно, подозрительно. Ладно, держи, вот, это тебе. Но, зато у тебя нету вот такого. Па-дам! Беги, беги. Я ничего не боюсь, я повар. Я здесь повидал уже. Это так странно, почему мне дали сковородку, а тебе телефон? Так, а ну-ка, големчик, можешь ко меня стукнуть, пожалуйста? О, ой-ой, погремушкой, погремушкой. Хочешь, я бахну своей? Давай. С 8 лет осталось. Фигачь. С 8 лет осталось. По факту так и было. Так, ну чё, знаешь что? У нас с тобой 6 железа. В теории мы можем пойти и дожить свои деньки, так сказать, в аду. Фу. Поперли. Зачем тебе этот мусор? О, у тебя... Подожди, мне нужен дуб. Готово. Всё, сейчас я верстак сделаю, готово. Ну-ка, а ты можешь призвать железного голема? Мне чисто интересно. Так, сейчас железный голем. Готов. Да. Мне кажется, что-то пошло не по плану. Я хочу с собой быть. Скретч, готово. Все. Да ёшкин ты кот, ты превращаться, значит, можешь. Я думала, ты призвать можешь. Да я вообще что угодно могу. Так, смотри, зачем нам что-то призывать? Зачем я вообще крафтил верстак и так далее? Я могу попросить... А, портал в ад я могу сразу попросить. Готово. И, блин, он как-то по-другому, походу, пишется. Портал в ад. Готово. О, дали. Вот он. Поперли. Поперли. Я первый. Я первый. Я первый. Только сковородка не бей, а то я улечу, сейчас придет сбежать полгода. О, точно. Только в аду этого не делай, потому что там шанс помереть гораздо больше. Скретч, а ну встань вот туда, будет прикольно. Ну-ка, давай, давай, давай. Подожди, мы с тобой заспавнились в не очень удачном месте, я тебе скажу. Нормально. Ну-ка, призывай самолет, полетели. Какой самолет? Тут, думаешь, есть самолет? Самолет. Готово. Фласка, мне самолет дали. Ты где? Подозрительно, подозрительно. Слышишь, повар, вот, на тебе это, подарков. У-ху! О, алмазы. Где? Да все уж нигде. Вот они. У меня тоже это есть, вон. Неплохо. Не, у меня просто алмазы есть. Так, нужно повыбрасывать всякую фигню. Правильно, и пусть оно сразу испепелится. Так, смотри, нам нужно с тобой... у тебя есть дерево какое-нибудь? Или нам нужна взлетная полоса? Есть. Строим взлетную полосу. Давай. Да что ты делаешь? Ладно, я понял. Безнадежно. Нормально. Блин, что-то короткое для взлетной полосы. Сейчас я сделаю все. Все, нормально, иди сюда. Садись в самолет. Ты думаешь, что верстак сюда поставлю? Давай, 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 давай. Железо, кирка. Нет, не улетай, только не улетай без меня. Кирка, кирка, кирка. Оп, все. Да он сам сейчас уедет, быстрее. Блин, а он же одноместный. Ну все понятно, я ушла от тебя. А ну что ж, ребят, ты откуда трезубец-то взяла? Ладно, кидай, я готов. Я готов. У тебя сперло. У меня сперло, и у меня почти шкала заполнена. А у тебя там что по шкале? Ой, что это было? Где? Да от тебя миллион сердечек от... летело... ну ты старпёрыч. Мне дали зато реактивный костыль. У-ху! Ну куда ты самолет-то поломал? Полетит сейчас без нас, ёшкин ты кот. Мне челюсть даю, зачем? Может переживать все что угодно. Ну давай на тебя испробуем. Не-не-не, не на мне, вот землю пожуй там какую-нибудь. О! О, слышь, Рилли. Жрет! А и мобов она, наверное, может жрать. Ты самолет съела! Зачем ты самолет съела? Так еще раз напиши, ничего страшного.
Блин, а что мне делать? Я отсюда теперь вылезть не могу. Земля тебе пухом, братан. Сейчас, подожди. Лестница. Готова? Так, я пополз. Нам еще нужно один уровень с тобой добыть. Фласка, я тебя костылем иди огрею. Уху, ты застряла. Давай. Я еще много лестниц навыдаю. Все, у меня 36 лестниц. Давай, вскарабкивайся. Я тоже сюда хочу. Оба. И костылем по башке. Не! Нифига себе! Ты это зря, братан. Нет, только не сковородкой. А че, старый, думаешь, не переживешь, да? Да не, я-то переживу, у меня сердечек хоть отбавляй. А сколько тебе сердечек? 2 строчки. У меня тоже. Ну вот. Ю-ху! Давай, ладно. И что ты сделала? Ой, а я как тебя съела? Не знаю. Ну ты серьезно, Фласка, я помер и стал младенцем опять. Ну так с кайфом, не то, что я старперыч. Дай мне вставную челюсть, пожалуйста, я так и не успел ей воспользоваться. Это не вставная челюсть, это сковородка. Подозрительно ты себя ведешь, малой, подозрительно. На, дай вставную челюсть, пожалуйста. Нет, ты обидел бабушку. Ну пожалуйста, дай вставную челюсь. Все, я теперь тебе точно ничего не дам. Теперь я вообще это, в могилу мне пора. Слишком сильно постарела. Ну блин, Фласка, ну дай, пожалуйста, я потыкаю вставную челюсть, очень хочу. О, дай. А я не знаю, что ты плохо себя вел. Ну блин, я тебе этой, вот картошки фри дам. Извинись перед бабушкой, перед старой пожилой женщиной. Уже я не старый, уже, не знаю, высохшая женщина. Извините меня, пожалуйста, вы высохшая женщина. Александра. Высохшая. Ладно, пойдет. Спасибо, так. А, можно жрать все. Короче, ладно, ребят. Я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. Если он вам понравился, то обязательно влепите лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Ну, а с вами были Флоточка и Скретчи. Всем удачи и пока-пока. Ну, точнее, я был скелет и Скретчи, но это не важно. Сожри меня, я хочу стать маленькой. На! Эй! Вкусная была. Ну и каково это? Ты почувствовал себя каким-то песиком, который только что кости съел? Чего?